Эй, Шон, я побегу домой. Моя мама будет рвать и метать от гнева. Точно, мужик, завтра ночью пересечемся. Рад был знакомству. Слава богу, порядок. Я волновался, что здесь тоже плохо. Эту пару дней было тихо. Старый брекон думает, что у него кобыла хромает. Ну, а так ничего нового. Я бы не выжил без Чета. Ну, я рад, что ты взял его с собой. Ты привел пару гостей. Нам просто нужно немного помощи. Мы ненадолго. Хорошо. Я не против. Вы здесь только на одну ночь. Я не подаю завтрак в постель. Ну, значит, выжил ты с дочерью. О, это не его дочь. Он, ну, просто парень, который нашел ее. Милая, ты знаешь этого человека? Да. Хорошо. Похоже, ты сильно поранил ногу. Ага, с ней что-то не так. Я могу помочь тебе, Шон. Иди проведай свою сестру, а ты сядь на лавку, а я посмотрю, что у меня есть. Давай посмотрим, что у нас. Да, она чертовски распухла. Могло быть и хуже. Похоже на то. Кажется, в городах сейчас ужасно. Как ты сказал, тебя зовут? Я и не говорил. Ну вот теперь самое время. Ли. Рад знакомству, Ли. Я Хершел Грин. Как это случилось? Авария. Неужели? Куда ты ехал? До аварии. Я ехал из Атланты. Новости говорят остаться. Да, но это была ошибка. Мы сбили парня, одну из этих тварей, о которых ты наслышан, на дороге. С кем ты был? С девочкой? Никто. Неужели? Да, так. Просто ты сказал «мы». В доме полно моих родственников. И еще одна семья спит в хлеву. Ты с дочерью сможешь отдохнуть, когда мы тут закончим. Я не расслышал твое имя. Клем. Клементина. Не могу представить, через что ты прошла. Я присматриваю за ней, пока не найдутся ее родители. Эй, пап, я тут подумал, завтра первым делом мы снова должны поставить забор вокруг фермы. Не думай, что это необходимо. Я не знаю, что ты видел по телевизору или слышал по радио, но там тут серьезное дерьмо скоро прорвется. Не думаю, что кто-то знает, сколько их. Твой сын прав, нужно укрепить это место. Такие вещи тут не случаются, Шон. Пап, я серьезно. Ли, давай, расскажи ему, что ты там видел, мужик. Меня преследовала пара мертвяков. Ну, делай, что считаешь нужным. У нас и так забот хватает. Ли и ребята в хлеву помогут нам утром. Нам нужно это сделать, правда? Я уже сказал, хорошо. Ну, тут я закончил. Завтра будет уже лучше. Спасибо. Если будет температура или нога распухнет, похоже, мы имеем дело с инфекцией. Что тогда делать? Нам придется тебя пристрелить. Промоем, перевяжем, все будет в порядке. Ладно, было бы неплохо. В хлеву есть одеяло. Подъем с утра пораньше. Кстати, куда именно ты отправляешься? В Мейган, я думаю. Ну и хорошо. Пахнет как... Я знаю, что так пахнет. Кака. Я скучаю по маме и папе. Не сомневаюсь, Клем. Саванна далеко? Далековато. О, ладно. Я люблю тебя, мама.